Да, давай я долгий будет отдам. Давай две. С праздником. Расскажешь? Спасибо. А с праздником поздравишь? С праздником. Привет. Нашими как тебя зовут? Шалдас, мама, Максим. А мужчины любят сладкое? Обязательно. Сладким только и спасаемся. Сладкое – это наркотик от стресса. Передовой. Этим и спасались. Не, ну были и другие вещи. Ну, сладкое – это, я же говорю, почему дают сгущенку на передовой? Мы ее практически в обычной гражданской жизни не едим. Вот. Это единственная, скажем так, централизованная поставка хорошего настроения в условиях боевых действий. Как-то так. Ну а здесь вообще все оригинально. Красиво, спасибо. Да. Вот. Мужчины любят сладкое? Мужчины это откладывают. Вдруг ВСУ не так хорошо обеспечивается. Это наш будет сухой паёк, это наш будет резерв стратегический. Я сегодня решила поздравить всех ветеранов Великой Отечественной, кого встретила, и наших ребят, которые нас защищают и обеспечивают нам мир и спокойствие, и выразить им своеобразное спасибо за то, что они делают. То есть я им решила сделать человечков, но уже не зеленых сегодня, а желтеньких. Ну, как бы подумала, что сепаратистов могут просто не понять сегодня. Поэтому решила, что будем сегодня нашу армию поддерживать. Подсластить жизнь. Да, подсластить жизнь и сказать всем спасибо. Ну, своя личная инициатива. Да. От души. Да, чистая душа от всего сердца, что и хочется, чтобы все это скорее закончилось, и вся эта война просто прекратилась.